Прежде началом, и потом споем несколько гимнов и займемся изучением Библии, а не политикой. Дорогой наш Господь, мы славим Тебя за день подаренный, славим за новую возможность, когда можем видеть лица друг друга и вникать в Слово Твое, изучать то, где мы являемся слабыми, негодными, не теми, которыми Ты желаешь нас видеть. Благослови каждого из нас желанием измениться, желанием подходить под Твой образ, быть Тебе подобным, в Твой совершенный образ меняться. Господь, я молюсь Тебе, благослови этот час, благослови брата Андрея, где он проповедует, благослови также тех людей, которые его слушают, благослови тех, которые еще к нам подойдут, и настрой их слух на слушание Божьего Слова, чтобы ничто не отвлекало нас, и чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Давайте начнем петь с этого номера. Хотите? 112, 121 и 139. Хорошо? Будем наоборот читать. Как в Японии, или как у евреев, скажем. Они там пишут наоборот. 112 номер. Построил на крови Христа навек надежду я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Построил на крови Христа навек надежду я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Стою я на скале Христа, других основах лишь песок, других основах лишь песок. Лицо Его закроет мгла, я благодатью укреплюсь, и ни волнений бури зла, на якоре Его держусь. Стою я на скале Христа, других основах лишь песок, других основах лишь песок. Его святой крови завет хранит меня потоком вет. Когда все рушится кругом, я нахожу отраду в нем. Стою я на скале Христа, других основах лишь песок, других основах лишь песок. Когда со славой он придет, пусть верный вор меня найдет, одетым праведно святым, чтоб без пыта пристать при мне. Стою я на скале Христа, других основах лишь песок, других основах лишь песок. 121 номер. День за днем и каждое мгновение Бог дает мне силу для борьбы. Доверяя Божьим откровениям, не страшусь изменчивой судьбы. 121 номер. День за днем и каждое мгновение Бог дает мне силу для борьбы. Доверяя Божьим откровениям, не страшусь изменчивой судьбы. Тот, чье сердце любит беспредельно, каждый день нам лучшее дает. Скорбь и радость отмеряет верно, мир святой среди забот. Каждый день ко мне Спаситель близок, с дивной милостью на каждый миг. Все заботы прогоняет сразу, он советник дивный для своих.
Нас рука Всевышнего прикрыла, Он кормит и покров своим, и кормит, так будет ваша сила, обещание дал Он им. Помоги во всяком испытании, доверять Тебе, Господь, во всем. Помни твердо все обетования, что находим в слове мы Твоем. Помоги, встречай трудные горе, принимай их из руки Твоей. День за днем иди, поднявши взоры, в той стране, где нет скорбей. А еще 139 номер. Ярко свой маяк, Отец наш, вечным светом озари. Нам же он огонь прибрежный для охраны поручил. 139. Ярко свой маяк, Отец наш, вечным светом озарил. Нам же он огонь прибрежный для охраны поручил. Так да светит свет ваш людям, чтоб плывущим по волнам, из него жив и усталых он направил берегам. В ночь греха жестокие волны, буря стонет и ревет, напряжен на путник смотрит, свет наш берега он ждет. Скалу волной гонимый, среди гибельный конец. Так на свете свет пошлем, что плывущим по волнам, из него шире усталых он направил берегам. Номер 30 из вот таких песенников. Сладко верить в Иисуса. Я думаю, что она есть и в этих песенниках. Есть. Она на грех в этих. Сладко, сладко верить в Иисуса. 98 номер. В русских песенниках 98. Dulce numele lui Iisus. Это не та песня, прошу прощения, это не та мелодия даже. А это если 47-й. Нет, 98. Давайте споем 98 по-русски и не будем мучить себя по-румынски. Хорошо, ну а тут другая мелодия. Я не обратил внимания, да? Ага, пожалуйста. Сладко верить в Иисуса, греки страхи поборут, словом жизни укрепляться, верить нам, сказал Господь. Чтобы цепи все порвать, огни
него потоком льется радость, мир и благодать. Иисус явил мне милость, Он хранит пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. Чудо, что познал Иисуса, Он мой Бог, моя звезда. С Ним живу, к Нему молюсь, не расстанусь никогда. И Иисус явил мне милость, Он хранит пути земном. Боже, Боже, дай мне силы доверять Христу во всем. А это наше желание, доверять Христу во всем. А, теперь я хотел бы спросить вас, что вы поняли из 13 главы Евангелия от Марка? Только, пожалуйста, не молчите и не бойтесь, никто над вами смеяться не будет, и никто вас за белую ворону тоже считать не будет. Если вы что-то помните, хорошо. Если не помните, не очень хорошо. Нет, не тоже хорошо. Потому что это события последнего времени. Когда мы живем? Во время последнее. Нам нужно знать очередность событий. И если мы их не знаем, нам хуже, никому другому не хуже, понимаете? А потому что придут, меня кто-то спрашивал про свидетелей Иеговы, а кто-то спрашивал про адвентистов, а кто-то еще какие-то придут, и все перевернут и сделают кашу-малашу в вашем сознании, а что вы не будете знать, на какой планете вы живете, понимаете? Вот почему важно знать, что говорит Библия. И нехорошо, когда вы не знаете этого. Потому что вас легко обмануть тогда. Понятно? А. С чего начинается 13 глава Евангелия от Марка? Давайте быстро повторим для тех, которые, может быть, были, может быть, пропустили, может быть, что-то заняты были, еще что-то. Начинается с того, что Иисус выходит из храма, который находится на одной горе в Палестине, в Иерусалиме, и приходит на другую гору, которая называется Масленичной горой. С этой горы он видит храм, и ученики спрашивают, когда ты создаешь свое царство? Очень хотели ученики быть вельможами, сесть по правую, сесть по левую сторону Иисуса. Иисус им отвечает, что вначале будут какие-то события. И мы говорили, что это история первых 3,5 лет Великой Скорби. С чего начинаются эти события? Какое это из них? Кто помнит? Не обязательно первое. Ну, с болезней. Хорошо, болезни будут, да. Но вначале будет что? Обман. И я вас спрашивал, сколько обманщиков живет в Бельцах? Вы сказали, много живет. Вот почему. Вам нужно знать правду и не поддаваться на обман и никого не обманывать взамен, чтобы положить конец обману. А после обмана? Воровство. Алкоголь. Это не в Библии написано. Это я знаю, что вы с этим сталкиваетесь каждый день. Но в Библии написано о землетрясении, болезни. Войны чуть позже, да. Гонения. Гонения еще позже. Вначале давайте... Продавать воду. Послушайте. Давайте по порядку, как в Библии написано. То, что вы знаете вот так, вот я знаю. Но нам важно знать, как в Библии написано. После того, как появится много обманщиков, появятся лже-христы. Я вам говорил про мусульман, которые имеют такого же Христа, который записан в их святой книге, но этот Христос не родился от девственницы,
ни за кого не умирал, никогда не воскресал, он является всего лишь пророком. Думаете, а что произойдет с этим Христом в конце времени? Почему Англия, Франция, Германия наполнены мусульманами? Потому что им интересно захватить власть и силой заставить людей верить Аллаху, не Богу. И вот этот Христос, который есть в их книге как пророк, а который должен подчиниться другому, более главному в их религии человеку, Мади его называют, есть еще третий одноглазый Даджаль, лжепророк, который, характеристика Бога состоит из трех личностей, да? Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Это все одно целое Бог, да? Такого же изобрели в мусульманстве, где вот этот Мади, потом Иисус, Иса у них называется, он не называется Иисус, и Даджаль, вот этот лжепророк одноглазый, который... С луками, но без стрел и на коне, и все остальное там в Откровении написано. У них также есть вот такая же Троица, но не Святая Троица. А вот такие Христы появятся, которые будут убеждать вас в том, что воскресения нет. И вы, наверное, знаете, кто сегодня учит тому, что нет воскресения. Кто учит сегодня? Субботники, иеговисты, мормоны. Все, чего нельзя пощупать, этого нет. Агностики, атеисты. Много разных сегодня, которые не хотят принять то, что говорит Библия. И высмеивают Библию. А что, такого быть не может. Только подумайте. Есть такая теория, что Иисус Христос был повешен на кресте, он не умер. Когда его сняли с креста и поставили в прохладную могилу, он ожил, вышел как-то из могилы, двухтонный камень отодвинуть избитому, изнеможденному человеку, я не знаю, как удалось, но допустим удалось. Представьте, что этот человек, мы читаем в Писании, что он пошел в Эммаус, и вернулся обратно. На пробитых ногах. Пробовали выходить? До соседней двери. Не говоря до соседнего поселка. Получилось бы у вас? Нет. Нет такого факта. Если бы этот факт существовал, обязательно нашлись бы критики, что Иисус, как-то его там ученики украли, вышел из могилы, появился тут и там, и на пробитых ногах он там упал, или он там потерял сознание, или еще что-то было бы. Сразу была бы характеристика того, что он не воскрес. Мы на сегодняшний день имеем больше доказательств в пользу воскресения, чем в пользу вот этой, такой изобретенной теории, будто Иисус... в прохладе могилы ожил, набрался сил и вышел, и он не умирал, и он не воскресал, и воскресения как такового нет. Они говорят, вот смотрите, на все могилы, на всех кладбищах ни одна могила не открылась, и все там, где лежали, там и лежат. Мой вопрос к ним. Кого вы ходите смотреть на следующий понедельник после того, как вы говорите «Христос воскрес». Почему вы идете проверять все ваши могилы, не открылись ли они вдруг? Потому что вместе со Христом написано, когда Христос умер. Посмотрите в 27 главу Евангелия от Матфея. Посмотрите
Посмотрите, когда Иисуса распяли, когда Он умер. Вместе с Ним воскресают, я начну читать 50 стиха, для того, чтобы вы могли понимать, о чем идет речь, что я не выдвигаю свою теорию, об этом говорит Библия, понимаете? Иисус, когда опять закричал громким голосом, испустил дух. То есть, это был последний возглас Иисуса. И вот завеса храма разодралась надвое. Как вы думаете, снизу доверху или сверху донизу? Понимаете? Не его. Восстали из могил в момент его смерти. Сколько Иисус пролежал в этой могиле? Тело его сколько пролежало? 3 дня. 3 дня и 3 ночи, надо сказать еще, да? Да. И когда Иисус воскресает из мертвых, эти мертвые, которые воскресли в момент его смерти, воскресают. И вошли в святой город и явились многим. Вот почему весь православный, католический, лютеранский мир, еще какой-то, ходят проверять могилы после воскресения Иисуса. Когда Он воскрес, они ожидают, что воскреснут их родственники, любимые, ненаглядные, которых они дорожили и ценили. Вот это смысл, как это называется, родительское воскресение, да? Да. Где приготавливают могилы заранее, там убирают несколько лет. Бог, помните, в один год выпал большущий снег именно на родительское воскресенье в апреле, где никто не мог пойти на кладбище. Потом был в один год, не знаю, какой-то снова, сейчас коронавирус вот этот пришел, чтобы никто не ходил на кладбище, чтобы это как-то забрать с умов людей. Но у людей это все равно на уме. И не в тот день, в другой день, они все равно идут, чтобы проверить. Так ли оно? И в один день мы знаем, что в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, посмотрите на описание этих событий. 4 глава 1 Фессалоникийцам. А я читаю 16 стих. Ибо сам Господь сойдет с неба с возгласом и голосом архангела и трубным гласом Божьим. И дальше что написано? Мертвые во Христе воскреснут первыми. Потом мы, которые живы и оставшиеся, будем подхвачены вместе с ними в облаках, чтобы встретиться с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. Посему утешайте друг друга этими словами. Почему мы читаем Библию? Она нам дает утешение. Она не оставляет нас в неведении. Она не желает держать нас в страхе. Она сильно побороть страх и превозмочь страх. И это событие будущего. Итак, мы говорим о событиях, которые после вот этого вознесения появятся лжехристы, появятся обманщики, появятся, кто вы говорили уже, землетрясение, голод, слухи о войнах. И что написано в этом случае для всех оставшихся на земле жителей? Не тревожьтесь. Запомните это себе слово. Это первое предупреждение. Услышав о войнах, не тревожьтесь. Не бегите в магазин запасать продукты. Не снимайте деньги со счета, чтобы на черный день там под кроватью или где-то там под матрасом сховать что-то. Нет, не тревожьтесь. Всему этому надлежит быть. За этими событиями, как меняются события, какого характера будут следующие события? Личного. То позже, подождите. Вы слишком забегаете наперед. Солнце померзнет, и луна не засветит. И еще до этого. До этого начнутся личного характера.
почему Иисус говорит тогда второе предупреждение? Если первое общего, скажем, ну, голод может быть где-то, война может быть там-то, землетрясения могут быть еще где-то, то теперь начнутся события, которые будут касаться каждого лично. Трижды в одном стихе он говорит, но вы. Давайте прочитаем этот стих снова. С Марка 13 главы. 9 стих. Но вы смотрите за собой. Не за кем-то, не за чем-то, за собой. Это второе предупреждение Иисуса. Ибо вас будут отдавать советы. В синагогах вас будут бить. Будут приводить вас пред правителей и за царей для свидетельства против меня. Чем характеризуется это время? Это не пройдет уже мимо нас. Если там где-то был голод, возможно, мы там без китайского риса, или без русской гречки, или без какой-то там другого продукта можем обойтись, да? То теперь события будут касаться нас лично. Где нельзя будет спрятаться, нельзя будет, скажем как-то, избежать этого. Они будут касаться нас. И Христос предупреждает нас. И о чем говорит? Смотрите за собой. Он не говорит, чтобы мы меняли наши убеждения, или мы, чтобы искали тогда информацию. Он говорит, это вы должны сделать все заранее. Чтобы тогда, когда это случится, вы знали, во что вы верите, на чем вы стоите. Непоколебимое основание, чтобы у вас было под ногами в тот момент. Иначе вас будет легко сбить, если вы стоите там на одном пальце или на одной ножке. Когда вы стоите на двух ногах, вы можете твердо стоять. Если вы на одной ноге, только на одной ноге. Посмотрите, что делают верующие или те, которые подвержены этому экзамену. То есть они не поддаются на обман, они не следуют за лжехристами, они не тревожатся, когда слышат о войнах, о голодовках, о различных катаклизмах, которые постигают землю. Когда их ведут, они знают, на чем стоят. Пятое. Евангелие должно быть прежде провозглашено среди всех наций. Они продолжают проповедовать. Они не умолкают от проповеди. Если я спросил бы вас, о чем вы бы хотели сказать, чтобы услышал весь мир, что это очень важно, что это без этого они не могут жить. Это будут слова критики, уныния, разочарования, безвыходности, или какие слова это будут? Или это будут слова надежды, вдохновения, какого-то толчка, какого-то... Да. Вот что просит нас Библия. Потому что Евангелие – это благая весть, радостная весть, счастливая весть. В таких ситуациях, когда война здесь, там тебя тянут с одной стороны, тебя спрашивают с другой стороны, тебе трудно будет знать, в чем состоит суть Евангелия. В чем состоит суть Евангелия? Кто знает? Твердо непоколебимо вера в Иисуса Христа. Хорошо. Словами Библии. Можно? Как говорит Библия? Что такое Евангелие? Это слово... Благая весть. Это слово Божье. Хорошо. Благая весть на всю землю. Давайте откроем вместе с вами первое послание Коринфянам 15 главу. Первое послание Коринфянам 15 глава. Посмотрите, с чего начинается эта глава. Запишите себе. Подчеркните себе. 15 глава 1 Коринфянам. Кроме того, братья, возвещаю вам Евангелие. Вот суть Евангелия. Которое я проповедовал вам. Которое вы приняли, в котором стоите. Которыми спасены, если храните в памяти, что я проповедовал вам. Если только нечестно поверили. Смотрите на суть Евангелия. Ибо я передал вам прежде всего то, что и я принял, что Христос умер за грехи наши, согласно Писаниям, что Он погребен был,
и что Он воскрес в третий день согласно Писанию. В чем суть Евангелия? Что Иисус умер согласно Писаниям, не согласно, что Пилат или фарисеи распяли Его, или там еще не знаю кто, римляне. Что был погребен, и что воскрес в третий день согласно Писаниям. Писания об этом сказали раньше. Так точно, как сказано в Писании. Так точно произошло в жизни Иисуса Христа. Ни одна черта, ни одна запятая не была пропущена. В этом суть Евангелия. Что Он победил смерть, победил грех, победил сатану, воскрес для того, чтобы быть вместе с нами, быть нашим ходатаем, быть нашим утешителем, быть рядом с нами, никогда не покинуть нас. Не верьте сатанинской лжи. Вы скажете, где такая ложь написана? Посмотрите в первое послание Иоанна. Вы, наверное, помните все этот стих из первой главы первого послания Иоанна. Седьмой стих. Девятый стих. Если исповедуем грехи наши, Он верен и праведен, то есть говорится об Иисусе Христе, когда мы Ему исповедуем грехи, да? Он верен и праведен, чтобы простить нам грехи наши. Теперь, что входит в грехи наши? Это все, да? Нечестие, беззаконие, ошибки, все это грехи. Почему Иоанн, или почему Дух Святой руководит Иоанном, для того, чтобы не поставить точку после слов «грехи наши» и очистить нас от всякой неправедности. Неправедность – это грех? Грех. Почему он добавляет «и еще от неправедности очистить»? Разве в слово «грех» не входит неправедность? Входит, конечно. Вот, посмотрите. Кроме того, что мы грешим, почему мы грешим? Потому что сатана – лукавый, хитрый, приходит, чтобы обмануть нас, посеять какое-то сомнение. Скажет, в церковь не иди сегодня, Библию не надо читать, вечером почитаешь, поститься не надо сегодня, еще что-то не надо, скажет, да? То, что входит в неправду сатаны, что это тебе не поможет. Бог тебя забыл, Бог оставил тебя на произвол судьбы. Не верь Богу. Иди за мной, я тебе дам больше богатства, и дам тебе больше славы, или больше успеха, или больше чего-то там, чего у него самого нету. Но он всем обещает. И вот эта неправда, от которой Господь желает, чтобы мы были очищены тогда, когда мы исповедуем грехи наши. Кроме того, что он желает погрузить нас в грех сатана, он обманывает нас, чтобы мы совершили этот грех. Понимаете? Или трудно? Ну да. Понятно, да? Чтобы погубить. Да. Чтобы погубить, да. Его цель – убить и погубить и обмануть. Нет других целей у него. Не слушайте сатану. Не слушайте его сомнения. Если там написано «если», а помните, когда Еву он спрашивал? Правда ли сказал Бог? Подлинно ли сказал Бог? Разве это правда, что вы вот тут вот только должны быть? Вот вкусите, сделайтесь как боги. Не доверяйте сомнениям, которые говорит сатана. Возвращаемся снова к чему? К Евангелию, да? Евангелие будет провозглашено по всей земле. Суть Евангелия в чем? Смерть по Писанию, погребение по Писанию, воскресение по Писанию. Не как мне хотелось бы и не как кому-то хотелось бы, а то, как говорит Писание. Вот почему мы много акцента ставим на Писании. Потому что это написано в Писании. То, что написано в Писании, то сбудется. То, что не написано в Писании, то не обязательно сбудется. Понимаете? 1 Коринфянам снова. Евангелие от Марка, прошу прощения.
Итак, мы пришли к проповеди Евангелия. Дальше. Но когда будут вас вести и отдавать, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте ранее, но то, что будет вам в тот час, то и говорите, ибо это не вы говорите, но Дух Святой. Вот почему я вам писал вот здесь стихи. Почему мы должны заучивать стихи наизусть? Чтобы Дух Святой, когда нас будет спрашивать, мог нам напомнить и возобновить в памяти книгу притчи. Вот тут даже было написано. 10 глава, 27 стих, да. И тут было Иисуса Навина 1.8, я только напишу 1.8. И еще можно многие другие отрывки написать. Почему? Потому что важно это об этом помнить в нашем разуме. Когда нас будут спрашивать, почему ты идешь насмерть? Почему ты не готов согласиться с вот этим обманом или с вот той ложью? Чтобы мы могли сказать, почему? Потому что я хочу, чтобы страх Господень продлевал мою жизнь, не сокращал мои дни, как у нечестивых или какой-то другой стих, который придет нам на память. Далее, посмотрите теперь на следующее испытание или проверочный пункт, о котором говорит нам 12 стих. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети против своих родителей, и сделают так, что их предадут смерти. И будьте ненавидимы всеми за имя мое, но тот, кто выдержит до конца, тот спасется». Снова мы встречаемся с ненавистью. Скажите, легко быть христианином? Не очень легко. И откуда взять силы, если ты не настоящий, если ты только, ну, по заголовку скажем, вот тут, может быть, там написал, что я христианин, а в сути у тебя нет христианства. Тебе нелегко будет выстоять этот экзамен. Я не знаю, насколько вы встречаетесь с православными, которые считают, это еретики, это сектанты, это там дьяволы какие-то, или еще не знаю, как смеются, и говорят, и, возможно, последуют и события такие, когда придет это время, где будут предавать насмерть. Причем, смотрите, кто предает насмерть? Отец сына. Восстанут дети против своих родителей. Сделают так, что их предадут смерти. Казалось бы, самые близкие, самые, те, кто заботился о них, кто проявил им много внимания и воспитания, окажутся преданными. Почему? Потому что это время испытаний. А следующее испытание. Но кто выдержит до конца, тот спасется. Относится это к нам с вами сегодня? Да. Нет. Нет. Никогда не будет. Потому что мы, как церковь, уже вознесены. Мы говорили об этом в начале, с 1 Фессалоникийцам 4 главы, да? Когда Христос придет, церковь забирается на облако. Вначале мертвые, а потом живые, да? Церкви не присутствует в этот период. Понимаете? Это спрашивают ученики, которые евреи. Посмотрите на первые стихи этой главы. Когда сидел на горе Рим напротив храма, Петр и Яков, Яков и Иоанн и Андрей спрашивали его наедине. Кем были Петр, Яков, Андрей и Иоанн? Христос. Кем они были по национальности? Евреи. Евреи. Иисус отвечает им, как евреям, не нам, как язычникам. Понимаете? Или не понимаете? Понимаю. Понимаете. Потому все то, что мы читали в первой части Великой Скорби, будет относиться к евреям. А это
их роль проповедовать Евангелие. Это их время проходить вот эти испытания. Это их время быть достоверными или настоящими христианами. Конечно, среди них будут все те, которые остались после Вознесения. Мы знаем, что в момент Вознесения, что происходит? Один берется, другой оставляется. Двое на поле работают, один возносится, и на кровати двое, и еще где-то там двое, а один берется, другой оставляется. Вот из этих оставленных они будут проходить это время. Те, которые принадлежат церкви, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя, те возносятся. Вы меня спросите. На сегодня у нас действует вот такой закон. Если я отпущу этот фломастер, что с ним станет? Упадет. Представьте себе, что Бог скажет этому закону «нет». И вместо того, чтобы опустить фломастер, вместо того, чтобы он падал вниз, он полетит вверх. Легко для Бога? Легко. Очень легко. И я думаю, что для Него будет легко наши смертные тела, по 100 килограмм у кого-то меньше, у кого-то больше, вознести на облако, как пушинку. Во мгновение ока. Во мгновение ока, да. Понимаете? Дальше. Мы приходим к периоду, о котором вы спешили и торопились, и говорили, что должно быть солнце померкло, и луна не даст света, и все остальное. С чего начинается этот раздел человеческой истории? С постройки храма в Израиле, о чем сегодня идут мирные переговоры между Трампом и Бенджамином Нетаньяху. Они очень заняты сегодня предвыборной кампанией, которая для Трампа будет в ноябре, для этого в сентябре. Но повестка или вопрос повестки дня не снят. Я думаю, что когда они утвердятся на своем посту, они вернутся к этому мирному соглашению, которое должны приобрести израильтяне с палестинцами и всякими другими окружающими народами, чтобы восстановить храм. А сегодня почему закрыты все границы Израиля? Чтобы никто на гору, к стене плача или на еще куда-то там не ездил и не мешал осуществить этому грандиозному плану по постройке храма. Когда он восстановится? Видели вы сегодня, как строятся дома? Да. В марте копают фундамент, в феврале, в сентябре. Сколько месяцев с марта до сентября? Написано в окнах, продается, аренда, или там еще не знаю что. С февраля по сентябрь-октябрь, скажем. Сколько месяцев? Февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, скажем. Сколько? 8-9 месяцев. И дом построен от основания до крыши, и газ там есть, и свет там есть, и все там есть уже, да? И квартира продается. Вот столько месяцев необходимо для постройки храма сегодня. И это строит одна компания, у которой есть тоже 20 рабочих, там один трактор, и один КамАЗ, и один не знаю что. Представьте себе на уровне страны, как быстро может быть построен храм. Наверное, быстрее, чем я считал. Когда построится этот храм, кто садится в храме? Мы читаем в 14 стихе. Антихрист. Антихрист. Но когда увидите мерзость запустения, о которой сказано через Даниила пророка, стоящую, где ей не должно, пусть тот, кто читает, понимает. Тогда пусть тот, кто в Иудее, бегут в горы. Снова, не написано церкви, тем в Иудее, да бегут в горы. Это им необходимо понять. Начало какого периода объявляет мерзость запустения, стоящую, где ей не должно? Я прочитаю 19 стих, чуть ниже, с 14-19. Ибо в те дни будет такая скорбь, которой не было от начала творения, которое сотворил Бог до этого времени, и не будет. Посмотрите на два слова.
будет такая скорбь, какой не было и не будет. Это начало великой скорби. Если мы разделим всю скорбь напополам, то 3,5 года утайне. Это период, когда будут проверяться евреи на верность, на достоверность. И 3,5 года, когда вот это вот следующее событие, о которых мы читаем с 14 стиха до 24. Я думаю, вы их дома прочитаете. 24 стих. Посмотрите. Почему Иисус не придет в начале скорби, или в середине скорби, или в конце скорби? Понимаете? Потому что есть 24 стих. Написано в 24 стихе, что вы говорили. Но в те дни после скорби той. Не написано в середине и не написано в начале. Написано после скорби. Солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды небесные упадут, и силы, которые на небе, поколеблются. О чем это говорит? То, к чему мы привыкли. День и ночь, лето, зима, весна, осень. Еще какие-то закономерности, к которым мы привыкли, перестанут быть. Потому что написано, которые на небе, и силы, которые на небе, поколеблются. Вот эти закономерности, которые, ну, казалось бы, что всегда будет, и мы ждем, что, ну, завтра будет день, завтра будет пища, завтра будет что-то, в один день могут перестать быть. Потому что 25 стих говорит, звезды небесные упадут, силы, которые на небе, поколеблются. 26 стих. Тогда увидите Сына Человеческого, идущего в облаках, с великой силой и славой. Вот это пришествие Христа, о котором мы говорим, и которого ждут многие. Это первое событие, которое у них на уме и все остальное. Посмотрите, что происходит тогда. Тогда Он пошлет, мы уже знаем, что церковь уже собрана, уже вознесена на облако, да? Второе событие, для чего Христос приходит. Тогда пошлет Он ангелов своих, соберет избранных своих от 4 ветров, от самой дальней части земли до самой дальней части неба. И 28 стих. Усвойте же притчу фигового дерева. Когда ветвь уже становится нежной, пускает листья, вы знаете, что близко что? Весна, зима? Лето близко. И мы говорили об этом лете одним разом, я не помню, кто был, что там не будет гнилых продуктов, там не будет сухих, там не будет испорченных, а там будет дерево, приносящее 12 раз плод, потому что будет лето на протяжении 1000 лет. Зимы не будет, весны не будет, жары не будет, чего-то там не будет, что будет лето. О чем это говорит нам теперь? Если мы прочитаем с вами 32 стих. «О дне же том и часе не знает никто, нет ни ангела, который на небе, ни сын, кроме отца». О каком это дне говорится? Когда Иисус Христос придет на землю. Теперь, когда мы прочитали вот эти события с начала 13 главы, а что мы знаем о дне? Какой это будет день? Это будет день в конце великой скорби. Это не будет день в середине, это не будет день в третьей части, или не будет день в какой-то другой части, в начале. Это будет день в конце, да? А дальше. О часе. Знаем мы час, когда это... Нет, не знаю. Плохо вы читаете писание. Смотрите снова. Когда говорится, что... я читаю снова 24 стих. Но в те дни... 4 часа. После скорби...
той солнце померкнет, луна не даст света своего. Значит, нам известен день, да, после скорби. Посмотрите о часе. Вот он, 35 стих. Бодрствуйте поэтому, ибо не знаете, когда приходит хозяин дома. Знаем мы, когда придет хозяин дома? Нет. На что мы потратили кучу времени? Посмотрите. Мы говорили, что он придет в конце скорби, да? Посмотрите, в какой час. Я прочитаю все четыре периода, и потом вернемся к Евангелию Луки, чтобы узнать точный час. Бодрствуйте поэтому, ибо не знаете, когда приходит хозяин дома вечером или в полночь, если мы разделим сутки, допустим. Эта линия будет теперь наши 24 часа. Значит, вечером с 6 до 9, это считается вечер. С 9 до 12, это полночь. Следующий период, или в пение петухов, с 12 до 3 ночи, самый крепкий сон когда? 3 часа. С 12 до 3 ночи, да? Да. Пение петухов, или утром, значит, с 3 ночи до 6 утра, это утро. Посмотрите на следующий стих. Чтобы придя внезапно, он не нашел вас спящими. О чем это говорит? Что самый крепкий сон с 12 до 3, да? Да. До 12 вы смотрите телевизор, вы говорите с кем-то, вы на день рождения ходите, вы еще не знаете, где пропадаете. В 12 вы стараетесь вернуться домой. До 3 храп на третьем этаже слышно. Вот это самое время, когда должен прийти господин или хозяин, о котором мы говорим. Об этом можно было прочитать и в Луки. Посмотрите, что говорится в последнем стихе. И что вам говорю, теперь уже не ученикам это относится где-то, а вам всем говорю, бодрствуйте. Что включает в себя обязанность бодрствовать? Вы, кто-то был в армии, кто-то стоял на посту, кто-то, может, имел сыновей в армии, которые стояли на посту. Что значит бодрствовать? Охранять, да? Охранять. Чтобы никто не пришел, никто не вышел без разрешения того, который тут стоит, да? Какую роль поручил нам Господь с вами? Бодрствовать. Что включает наша бодрость? Стоять как сантинела? Нет. Что мы должны делать? Мы имеем вокруг себя людей слепых, людей нечестивых, людей грешных, людей разного рода и сословия. А что бодрствующий слуга делает для своего хозяина? Предупреждает о приходе хозяина, который придет и проверит наличность того, который бодрствует. Вот это обязанность каждого. Посмотрите на несколько отрывков. Второе послание к Коринфянам. Я прочитаю третий до 5 стиха. Но если сокрыто Евангелие наше, оно сокрыто для тех, кто потерян. Вокруг нас есть много потерянных людей, которые не знают, для чего живут, что с ними будет, где они окажутся, что будет с их детьми или внуками, и много-много чего не знают. Вот это Евангелие наше, оно сокрыто от тех, кто потерян. У которых Бог мира этого ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им. Ибо мы проповедуем не себя, но Христа Иисуса Господа,
а себя слугами вашими ради Иисуса, который, ибо Бог, который повелел свету воссиять и тьмы, воссиял в сердцах наших, чтобы дать свет знания славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в земных сосудах, чтобы превосходство силы было от Бога, а не от нас. Вот это обязанность бодрствующих. Тем, которые слепы, тех, у которых Бог с маленькой буквы ослепил глаза. Вы спрашиваете людей, ты веришь в Бога? Да, верю. Если вы начинаете спрашивать, ну, а кто твой Бог? Расскажи о нем. Он воскрес из мертвых, он, ну, как его имя, или как ты с ним познакомился, или что ты можешь сказать о своем Боге? Они ничего не знают о Боге. Почему? Потому что он, написано, Бог мира этого ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им. Я говорил до начала о двух разницах, или о двух путях, или о двух назначениях. А посмотрите коротко в два отрывка Священного Писания, чтобы вы также знали о них. В Евангелии Луки мы откроем 4 главу и откроем 8 главу. Посмотрите, в 4 главе я только прочитаю, ну, важную фразу, остальное не буду читать из-за времени, поскольку времени уже много ужало. Иисус был полон Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в дикую местность. Запомните эту фразу. Поведен Духом в дикую, или в пустыню, скажем, да? Посмотрите на следующего поводыря, или который ведет куда-то. Кто он и каким образом он это делает? 8 глава Евангелия Луки описывается гадаринский одержимый. Мы читаем только 29 стих. Ибо часто он хватал его, и так держались, его держали скованными цепями в оковах, и он разрывал узы, и был гоним дьяволом в дикую местность. Два отличия. Дух повел в дикую местность, дьявол погнал в дикую местность. Чтобы выжать весь сок из этого отрывка, я вам просто скажу. Когда Дух ведет в дикую местность, Он снабжает силой. Он снабжает миром в сердце. Он желает, чтобы мы были победителями. Об этом можем прочитать, как Иисус победил все искушения, говоря, написано, написано. Или, если вы посмотрите, в 13 стих 4 главы Евангелия Луки написано, и когда дьявол окончил все искушение, он отошел на него, от него на время. То есть Иисус вышел победителем. И он желает, чтобы мы таким же образом были победителями. А что необходимо нам? Наполниться Духом, быть послушным, делать то, что говорит Писание, и мы будем победителями. Другой, противоположный или отрицательный пример, который мы находим в 8 главе Евангелия от Луки, где говорится, что он гоним был. Скажите, когда вас гонят, вам что дают? Кушать дают? Нет. Одежду дают? Нет. Имущество какое-то дают? Нет. Ничего не дают? Пеньком дают. Все забирают от вас. Ваши силы забирают, вашу энергию. Ранят вас, вы падаете, вы царапаетесь, не лечит вас никто. И все для чего? Чтобы вы оказались в погибели. Чтобы вы оказались вместе с сатаной. Посмотрите на 33 и 34 стихи. Тогда вышли дьяволы из человека и вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и задохнулись. Вот чем заканчивается погоня, или когда сатана гонит. Он, чтобы погубить, гонит. Он не гонит, чтобы вас благословить, или дать вам успех, или дать вам привилегию какую-то, или еще что-то дать, чтобы вас уничтожить. И вот таким образом
он хотел уничтожить вот этого человека. Что мы находим в противовес происходит тому, что хотел дьявол? Да, посмотрите на... Разочарование. Посмотрите на 28 стих. Когда Иисус приходит и хочет помочь человеку, что этот человек думает о Христе? Он думает, что это его враг, что он пришел ему мешать, что он не должен быть рядом. Посмотрите на отзыв. Когда он увидел Иисуса, он вскричал и пал перед ними громким голосом, сказал: «Что мне до тебя, Иисус, ты Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Вы приходите к какому-то православному или какому-то, не знаю какому, и говорите: «Желает позаботиться о тебе, он желает дать тебе жизнь вечную, жизнь с избытком», или еще что-то говорите ему. «Иди отсюда, сектант! Не хочу тебя служить! Это твоя религия! Это моя религия! Я буду дома сидеть! Я не пойду в вашу церковь! И не буду читать Библию!» И все, все остальное. Когда мы видим вот такую реакцию, остановило это Иисуса? Нет. Мы знаем, что... Давайте я прочитаю чуть позже стих. Тридцать восьмой. Человек же, из которого вышли дьяволы, умолял его, чтобы ему быть с ним. Но Иисус отослал его, говоря. То есть, этот человек, встретившись с Иисусом, увидел другой результат своей жизни. Не нужно жить там, где могилы, там, где мертвецы, там, где ничего живого нет. Там, где беспорядок, там, где раны, там, где оковы, там, где побои, там, где несчастье. Нужно выбрать другую линию для жизни. И Иисус дает ему задание. Смотрите. «Возвратись в дом твой, покажи великие дела, какие сделал тебе Бог». И он пошел своим путем, провозглашал по всему городу, какие великие дела сделал ему Иисус. Посмотрите на результат этого бодрствования или этого занятия, которое делает этот человек. И было, что когда Иисус возвратился, народ радостно принял его, ибо он, они все ожидали его. Скажите, если бы не было свидетельства этого человека, ожидали бы эти люди радостно Иисуса? Нет. Они бы не знали ничего об Иисусе. Они видели перед собой живой пример. Того, который был в оковах, который разбивал цепи, который жил в могилах, ходил ногой, не носил одежды, жил не в доме, в гробницах, который имел дьяволов долгое время. Вот такую характеристику они знали об этом человеке. Теперь, когда они увидели его совершенно другим, написано в 35 стихе. Нашли человека, из которого вышли дьяволы, сидящего у ног Иисуса, одетого, в здравом уме, и испугались. То есть они не ожидали такой коренной перемены увидеть в этом человеке. А почему? Потому что он встретился с Иисусом. Он не противился, он не противостоял, он подчинился. И то, что сделал с ним Иисус, было удивлением для всего народа. И мы знаем, что после этого события, какое событие описывает евангелист Марк, если вы посмотрите по хронологии? Насыщение 5000 человек. Думаете, кто были эти 5000 человек? Те, которые встретились с этим одержимым, которые увидели перемену в нем, и которые пришли, чтобы послушать Иисуса, целый день прослушали, никуда не бегали, не говорили, что нам нужно кушать будет что-то вечером, у нас дети остались дома, у нас газ, или у нас свет, или у нас лодка, или у нас рыба, или у нас там куча, можно было бы извинений найти. Но они не уходят от Иисуса. Почему? Потому что поверили с
свидетельству этого человека. Пришли к Иисусу и убедились в достоверности того, что происходит с ними. Никто не говорил так, как этот человек, была их реакция в конце. И Иисус, не желая отпустить их голодными, накормил их. И мы что находим? В конце главы они на следующий день снова приходят. Дай нам еще кушать. И еще кушать. И еще кушать. И мы знаем, что он кормил и 4000, и 5000, и много разного. Но теперь мы помолимся, чтобы мы были теми, которые бодрствуют. И выполняли роль, которую назначил и которую доверил нам Господь Иисус, чтобы до того момента, когда Он придет за нами вначале. Мы говорили о том, что Он должен прийти во второй раз. То есть вторая фаза Его прихода за всеми остальными, которые останутся после Вознесения. А мы были бодрствующими. Давайте встанем, давайте. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за день и возможность снова вникать в Слово Твое, для того, чтобы прославлять Тебя своей жизнью, для того, чтобы изменяться, для того, чтобы не оставаться прежними, кем мы были, чтобы, по примеру этого бесноватого, мы также могли оказаться бодрствующими, а благодаря свидетельству которого многие приняли Иисуса с радостью, чтобы это было днем их спасения, днем их встречи с Господом, когда теперь они уже не в страхе, не в унынии, не в порабощении каком-то, а с нетерпением ожидают Тебя, славного, вечного и ненаглядного их Господина, которого они так долго ждали со времени их существования. Благослови нас этим. Во имя Иисуса Христа молимся. Если я вас прошу в следующий раз, в воскресенье, я не буду спрашивать, честно говоря. Но если я спрошу, что вы запомнили? Что-то запомнили или... Кто-то запомнил. Хорошо. Я хотел бы вам вручить книжки сегодня, чтобы они не собирали пыль в вашей комнате, а чтобы вы их читали. Если вы их не читаете, найдите, пожалуйста, тех, которые любят читать. Поставьте их в школьной библиотеке, в городской библиотеке, в какой-то библиотеке. Там обязательно есть читающие или любящие читать люди, которые попадет и, надеюсь, спасет того человека от погибели. И это будет ваш вклад в бодрствующие, а не в тех, которые спящие. Хорошо? Опять стенку трогаем. Валюша, ты без стенки не можешь. Только говорили сегодня, что... Ну и что же он? Собачьи нельзя. Кто-то ищет пение, наверное, да? Давайте мы споем еще в заключении какое-то пение. Что за снова? 79-й.
Иисус – друг одиноких, грешных, немощных людей. Брат наш может стать далеким, а Иисус нам всех верней. 79 номер. Давайте споем заключение, помолимся и будем свободны. Семьдесят девять. Иисус, друг одинокий, грешных немощных людей, брат наш может стать далеким, а Иисус нам всех верней. Не до середины, не до трудного момента, не до тех пор, пока мы от него откажемся, или, как этот бесноватый скажет, не мучь меня, иди отсюда, не хочу знать тебя, я православный, у меня своя вера, ты еще не знаешь, что он с нами до конца. Никто не обещал быть с нами до конца, как он. А давайте встанем для молитвы. Пожалуйста, брат, вам помочь. Doamne Iisus, eu sunt pentru această zi, sunt pentru moment care să fim aici în casa ta, sunt pentru fiecare frate, soră care ești aici, ca tu ai condus aici spre casa ta, sunt pentru ca ne pute acest cuvânt în inima noastră, Doamne, pentru ne deschis inima noastră în această zi, Doamne, ajută, Doamne, ca să fie, Doamne, ca tine, Doamne, ca mintea noastră să fie pentru tine, Doamne, inima noastră să fie pentru tine, Doamne, ca să pui ceva bun, Doamne, zi cu zi, Doamne, ca să fim urmași a tăi, Doamne, chiar unde plecăm, Doamne, pentru la piață, Doamne, la școală, Doamne, la lucru, Doamne, ca să fim un exemplu bun pentru Tine zi cu zi, Doamne. Nu doar numai duminică, Doamne, să fim toată săptămâna, Doamne, pentru ca ajută, Doamne, ca să te iubim cu continuare zi cu zi, îți mulțumim pentru cei ce faci pentru noi zi cu zi.
ne contează pastorul care se consacrează, unii dăm fii cu el în continuare ca tu să încurajezi, Doamne, să fii aici cu bine aici în Moldova, Doamne, te rugăm, ne contează fiecare persoană aici care este în această sală, Doamne, care sunt acasă, Doamne, care sunt bolnavi, Doamne, ca să fii cu ei, să încurajezi, să aibă împărtășie cu tine zi cu zi, numai Iisus m-a rugat. Amin. 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 Spira Božjem! Thank you.